ваши глаза, потом поем нотную песню. Если, напомню, ручки мы вот так вот не складываем, ладно? Минутная готовность, волнение за кулисами и долгожданный выход на сцену. Учебный год в Центральной детской школе искусств начался недавно, но ее воспитанники уже готовы удивлять. Несмотря на начало учебного года, мы провели уже несколько концертов, и, конечно, любой выход ребенка на сцену – это очень хороший концертный опыт, который обязательно пригодится ему в следующем полугодии, когда наши дети, воспитанники Центральной детской школы искусств, будут представлять наш город на всероссийских конкурсах и фестивалях различного уровня. За полтора месяца юные музыканты, вокалисты и танцоры уже разучили новые номера и партии. И сегодня представляют их зрителям. Поддержать артистов пришли родители и друзья. Воспитанники исполнили произведения знаменитых классиков. Концерт приурочили ко Дню музыки, который отмечают традиционно в начале октября. А для юных артистов это повод показать свои умения и навыки, которые приобретают в стенах этой школы. Лев Басков обучается игре на гитаре уже 8-й год. Делится, что уже и не представляет жизни без инструмента и выступлений. Еще до школы я ходил на подготовку, там учили нотной грамоте, пению. Вот для меня каждый выход на сцену – это своеобразный праздник. Начало творческому сезону в Центральной детской школе искусств положено. Впереди у ребят занятия, выступления и новые победы. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.